Включил запись. Как там столбики за моей спиной? Один есть. Второй где? Вторая Америка. Хорошо. А, запрос одному дай на что-то вроде аналог лесозаготовительной машины. Срубать деревья и ошкуривать и распиливать. Да, навык показала. У них такого нет в нашей вселенной, на нашей земле есть, показала. Угу. Какое количество? Пока 25, сами размножим. 24, 26. Да. Вот шесть. Хорошо, опиши, как они выглядят. Большие, плоские. Впечатление, что гусеничный ход какой-то. Вот такие вот, что-то вращается. Широкие, лента, как эскалатор подает, что-то фиксирует сбоку, сверху как пила. Такой большой манипулятор, который захватывает, укладывает. Замечательно. Прописываю его как часть нашей вселенной. Покажи синим. Да, хорошо. Синие могут этим управлять? Лучше не надо. Они да, сами, могут. Они сами могут управляться. Да, могут. Они полностью автоматные. Ну, автоматизированные. Показывай священников. За корёжение нашей системы, нашей вселенной, за несоответствие коду, кону. Запускай. Пусть перемалывают всех священников. Все структуры души, выскакивающие души теням. Копируется, сколько нужно. Сверху? Донизу? Да. Просто по земле. Это деревья, которые не должны расти. Надо зачистить пространство. Сначала показывай СССР, бывший РПЦ. Пусть ответят, просчитают, сколько их нужно, чтобы перемалывать всех в течение 3 лет с учетом того, что они будут по 10% в год расти, их количество восстанавливаться. 490. Пусть копируются на такое количество. Хорошо. Скопирую еще одну. Да, есть. Показывай Европу и то же самое. Срок, правда, 5 лет. Сколько нужно, чтобы скопировать? Уничтожить всех священников? Территория меньше, но численность больше. Да. 520. Вперед, запускай. Покажи теням. Да, они. С одной стороны и с другой. Забирают душу. Пантеркам покажи, как они работают. Да, показала. Выходит из них мясо, энергия. Жрать будут? Да. Пусть жрут. Финкам покажи.
после их прохода остается негармонизированное пространство и много энергии. Пусть гармонизируют и едят. Покажи выходящее тоже мясо и пространство. Следующую группу возьми одну, покажи Африку. Священники, шаманы и просто вуду всякие. Местные религиозные группы. Да. И просто центры силы, люди, которые скачивают с людей энергию и становятся столбами силы. Сколько нужно? 380. Пусть, какой период? 3-5 пусть лет? Пусть копируется 3 года. На этот период и рассчитан. Ну, время, ну, субъективно, пофиг. Запускай. То же самое, пантерки, финки. Следующая группа. Пусть 20 появляется, даешь цель, ислам. Расчетный период. 10 лет. 1240. Запускает. Показывай синим работу этих машин. Выходит сила, магия. Если нужно, забирают себе. Да, какой-то небольшой процент, 1,5-2. Угу. Ну, хоть сколько-то. Уф, пошло. Меня аж повело. Ну, давай добьем. Настроение интересное. Копирую еще 20 штук. Хорошо. Куда? Индия. Все, которые считают себя гуру, индуисты, кали и всякая хрень, лотосы, просто зачистка. Угу. Нужное количество, срок 8 лет. Две 300, там их много? До хрена. Чуть не 1,5 миллиарда, и все одухотворенные, по самой не балуйся. Переламывать. Смотри, как они эти столбы силы ломают. Пантерки в помощь и танки в помощь. Если машины не справляются, танки стреляют. Рексику покажи эти машинки и Индию. Если машинки будут не справляться, Рексик. Угу. Собачкам тоже покажи. Если машинки кто-то будет ломать, обижать квантовые компы, защищать, грызть. Да. Процентов 15 войска будет заняться постоянно. Хорошо. Надо лишить врага кормовой базы попиток. Ибо поддостали. Немножко надо очистить нормальных людей. Вот. Человек даже попадется нормальный, немножко помнет и дальше поедет. Нету структуры врага. Еще группа. 20. Угу.
Зелья у меня прямо не знают, куда их пошлю. Хорошо. Символ цельнозора на них. Зеленый цвет. Китай. Не столько религии, хотя их тоже партийные бонзы. Компартия Китая. Это тоже религия. Те, кто на себя тащит власть, те, кто вампир, те, кто не соответствует кону, те, кто не вписывается во вселенную. Перемалывают. Сколько нужно? Срок. 8 лет. Или 15 000, или 1500. 1500 все-таки. Запятую я не увидела. Хорошо. Давай 2,5. Туда. Хорошо. Корректировка, хорошо. Хорошо. Синих сколько нужно, дерни? Сколько нужно синих, чтобы контролировать все процессы вот этих машин, работу машин? Больше 22% 24%. От общего количества. Хорошо. Ну ничего. Потом вернетесь. Фиона пусть вернет. Зеленая. Финьков сколько будет задействовано? Ну, если они будут задействованы. Не факт. Где пиздал? А он возле тебя. Руку тянь. Показывай машины, да, привет. Реально тепло. В чем он одет, скажи? Ты лучше не видеть. Расскажи. Да я не знаю, это что-то такое, с кого он это содрал-то, во-первых. Это что-то яркое, прям светится и... Прям яркое светится, рукава длиннющие, все самое длиннющее, как по земле волочится за ним, а он как попугай разноцветный, ага. Светится весь. И сабля такая, что аж волочится. И кто ему столько орденов? Я прошу прощения, он что, Брежнева откопал? Типа того, да. Он становится это весь такой, весь в понтах. Еще короны не хватает. Пусть снимает, а то я сниму. Выжму вместе с ним. Угу. Зеленая униформа хочет. Награды нужно заслужить. Он пока не воевал. Я тоже чуть не заражал, но нельзя при нем рожать. Он же военачальник. Пусть собирает всех и 5 лет жрет все, что вылазит из машин. Все. 44 миллиона пусть придут, да. Все. Пусть 54, хорошо. Отовсюду. Оставить минимум контингент во всех вселенных. Все сюда. Да, и тогда будет зеленая форма. Да. Ну и еще одна группа. Куда? Южная Америка. Три года. Все подряд. Шаманы, священники. Там много их, что ли? 2400. Хорошо. Шаманов, да.
Ну, которые айаваску пьют, они нормальные. Они сгармонизируются. И даже немножко голова болит, и все. А вот остальные, которые на коке сидят, которые нехорошими вещами занимаются, тех нафиг. И еще группу. Сейчас. Северная Америка. Аж голова заболела. Круто. Молодцы. Цель. Северная Америка. Вот меня рвать начало. Круто. Просто круто. Сейчас. Голова кружится. Меня же рвать начало. Надо было паучков каких-то выбрать. Есть у них там такие скалолазы, типа окна моют. Северная Америка. Да. Все сатанисты, ведьмы, феминистки, педики, антифа, любые эгрегоры. Угу. Три шаманы. Года. Да. Большую группу дал 5000. Хорошо. Это средоточие. Говна. Синих. Что-то я недовольный. Пусть. Показываю. Тени. Да, они автоматом к каждой группе прикрепляются. Так же, как и синие, так же, как и пантерки. Хорошо. Иудеев забыли. Раввинов показываю, еще группу. Показываю весь мир, показываю иудеев. Ортодоксальных, которые проводят жертвоприношения. Типа хороших раввинов не будем трогать. Вот тех, которые убивают. Весь мир. 45 лет, сколько нужно? 4000. Запускай. Пусть копируются сами. Я наблюдаю первично, это 20, а дальше они сами копируются. Угу. Угу. Поддержку судья. Копируется за каждым. Кто выходит, кого перемалывает, он остатки. Те, кто выживет, те, кто пытается восстановиться, делает свою работу. Отделяет и ярлыки вешает. Да. Еще группа. Хорошо. Судьи в мантиях прячутся от судьбы, перекидывают карму. Судья ведет эту группу. Покажи, сколько там нужно им. Территория весь какая? Мир, весь мир. 3-5 год. 3. Около 40 тысяч. Вперед. Не соответствует судье. Пусть берут как образец. Перемалывают. Да. Программа судей как шаблон, чтобы он за каждый не двигался. Если это женщина, то она уже не женщина, она отказалась, она спрятала свое женское, яркое, дающее, под черным.
Она отказалась от женской сути принимать, она стала над людьми, над мужчинами, отказалась от своей женской сути, даже мужского, стала принимать решения, стала частью эгрегора, который идет против Вселенной. От имени Вселенной стереть символ цельнозора перед каждой машиной. И на каждую машину такую. Да, хорошо. Поливалки за каждой машиной. Пусть копируется. Да. За каждой пусть идет поливалка. Хорошо. А сейчас веселуха пойдет. Еще одна группа. Хорошо. Отдельная. Чуть поменьше размера пусть станут. Масоны. Почему так как комбайны? Да, комбайны. Я так и хотел, чтобы они стали. И ты представил. Символ. Синий. Судья, показываю масонов. Да, он впереди как направляющий. Угу. Контур, все. Все, которые подключены к твари, все, которые типа нами рулят. Показывай. Отдельно Европа. Сколько нужно? 3 года. До 10 000. Запускаю, пусть. Еще группа. Да. Россия. Сколько нужно всех масонов России? Структура вся полностью. Все вообще. Государство, церковь, армия. До 20 000. Вперед, пусть копируются. Позови доктора. Вот те, кто выходит, выживают. Пусть он энергетику переделывает, как надо. Если хорошо. Они выживут. Пусть принудительно лечит. То же самое, копирующую группу. Африка. Да. То же самое. Критерий. Наш кон. Если человек не совпадает, он работает для них. Критерий я, ты. Критерий столбики. Критерий кораблик. Все, что против этих структур, хоть по одному из признаков не соответствует, перемалывается. Запускай. Сколько нужно? Пусть идет срок 5 лет. 6,5. Вперед. Поливалки тоже. Выдохни, гармонизируйся. Ближний Восток, включая Израиль, саудитов и все остальное. Индия, Китай. Давай их туда же. Всех под полосой. Да. Угу. Начиная с Средиземного моря. Да, я понял. Еще группу пихаешь дальше, сами пусть размножаются, срок 4 года. Там 16 000. Пусть. Поливалки за ними идут.
Южная Америка. Масоны. Все. Даже хорошие. Две Сколько? тысячи на три Ага. года. Да, мало. Вперед. Ну и самая любимая Северная Америка. 43 года 8 тысяч. Почему-то там очень много. Да, вперед. Масонов там много. Обходит масонов, которые подключены к Трампу, которые на его стороне. Тогда 7,5. Хорошо. Сатанисты туда включаются. Они в первую группу. Да, хорошо. Вздохни, вплывай. Всплывай. Что-то пошло. Чувствуется. Ибо поддостали стучаться в спину прям вампирить. Но паразитам здесь не место. Добра.